Ребята, всем привет! Я с тобой, Калантайка. Если что, мы играем в Roblox игрушку под названием Pet Ranch 2. Я уж хотел сказать Pet Simulator, господи. А тут смотри, как все красно, классно, красно. Я даже не знаю, как это обозвать. Ой, как круто, какие большие молодцы, а? Короче, предыдущая игра, если что, от этих же разрабов. Pet Ranch 1 и Pet Ranch 2. Все от одних разрабов, это очень круто. И смотри, что тут самое классное. Это мир. Я, конечно, сейчас тебе и покажу и коды, и все на свете. Но самое главное, мы с тобой начнем играть в эту замечательную игру. И эта игра для меня одна из лучших. Они, наверное, все уже добавили, все, что можно, вообще из первого пета, наверное, да? Только обновили графику, ну что-нибудь еще какие-то мини-игры, говорят, добавили. У меня два пета в коллекции. Давай посмотрим. Давай, петы. Этого поставим. Эквип. Короче, вот эта вот коллекция, это и есть наш индекс. Это он прикольный. То, что, смотри, видишь, только показано два пета. А на самом деле у нас их три. Все круто, мы можем подходить, собирать. Но все как обычно. Все как до этого было. Ой, как классно. Так, смотри, какая стрелочка клевая. Еще я хотел рассказать. В первом пет-симуляторе... Первый Pet Simulator. Первым Ranch. Pet Ranch. Симулятор. В Pet... Правильно, да, говорю? В Pet Ranch. В первом Ranch. Вот так все буду говорить. Все, а то что я туплю? В первом Ranch. Короче, у меня на самом деле... Дошло до того, что игра стала лагать. И мне это прям жестко стало не нравиться. Это очень и очень классно. Так, мне попадала всякая какаха. Но мы можем отсюда их прям выставлять. Это я помню. Вот, тут у нас все это улучшалочка. Все, ребят, надо найти, куда коды вводить. И ввести все это. А куда коды вводить? Интересно. Давайте секреты поищем. Тут вот этот тоже домик стоял, я помню. Помню, только не помню, что он делал. Он тут что-то делает? Нет, тут тоже ничего не делает. Давайте искать сундук. А помните, был сундук? А где квест? Это, коды -то вводите, интересно. Ну ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, куда коды. Что, да как, чего. Давай сначала искать подземную штуку. Что он от меня хочет? Все, у меня еще, видите, у меня все не открылось. Ха-ха-ха, как классно они сделали. Смотри, как прикольно. Офигеть. Ребер токена, дополнительный ребер токена при. А что это за эти, как у там? Я не понял. Раньше коинса, у меня такого не было. Были вот эти реберты, токены. И были обычные, да. Ой, это круто! А это классно! Тут еще и делики есть! У-ху-ху! Даже делики! Господи, а! Это стартовый квест! Делики! Вау! Офигеть! Еще и времен... Ой, мы можем на время что-то взять себе. И что мы должны за это время сделать? Get reward. Я не знаю, что он от меня хочет, короче, ладно. Потом разберу, что нам надо. Так, что у нас еще есть? Мини-геймы. Офигеть. Так. Это пока ладно. Это билд. Get close. Пока у меня не раскручено раньше. Реберты. Первый реберт у нас будет на 2,5 б. Это круто. Это круто. Ежедневный бонус, это тоже круто. За один день нам дадут вот этого пета. За два дня, ой, за три дня вот этого. Это круто. А что мне не дали? А, наверное, дали уже. Он где-то лежит уже, да? Вот он лежит. Он уже лежит! Дожидается меня, родимый. Красава, тебя одного ждали. Ладно, это круто. Это так же и было. Это уже было. Было. Так, это что такое? Вот она что. О, индекс. Отдельный индекс, ребят.
Ребят, отдельный индекс. Все, что нужно главному собирателю. Всего 76 питомцев пока. В первом ранчо. Фиг знает сколько, ребят. Уйма! Так, ладно, 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 мне это все очень как нравится. А титли, это я не понял. А, это титл. Нафиг не нужная вещь. И коды. Самое интересное, коды. А, еще сеттинг есть. Еще сеттинг, все включено. Поэтому, по умолчанию. Ой, как круто. Ой, как круто. Ребята! Ребят, я уже потихонечку говорю вам. Потихонечку. Просто тихо-тихо-тихо говорю. Не вам говорю тихо-тихо-тихо, а говорю этому пчеловоду. Тихо-тихо-тихо, пчеловоду. Пока, пока, пока. Пока. Не знаю, я не знаю, я сейчас засяду в эту игру, и вот сколько я буду играть. Вот сколько, интересно, я буду играть. Блин, а вы смотрите, какая классная. Смотрите, какое небо клевое. Вот это разрабы, я понимаю. Блин, а где я? Я не нашел, короче, да? Нету сундука. Давай что-нибудь позырим, что-нибудь тут. Так, там должны еще быть телепорты. А где телепорты? А как на верхушке попасть? Пока нельзя, что ли? И первый, наверное, он еще даже и единственный пока кодик, называется лаунч. Типа запускаем. Давайте его введем, и нам что-то дадут. И нам дали x2 коинцев на 10 минут. И мы сможем сейчас фармиться, фиг знает сколько чего. А сколько стоит? А как мне, а что мне делать? А я что-то не подумал. Так. Вот сюда. Апгрейд. Это пока не можем. И мы можем сейчас петов пока подставить. Либо вот этих пока сделать. Этих 30-ку стоит, да? Давай вот эти поставим. Подкрываем. Одно. Давай. Еще там парочку давай. До 8, хотя бы нам точно зайку дадут. Вот эту штуку добавили, прикольно, нам сейчас рарку дадут 100%, когда мы откроем 8 штук. А рарка это редкость. Это редкость. Это же мега редкая штуковина. Вот она, зайка нам редкая попалась, но мы еще добьем все равно 8 штук, все равно, чтобы попалась нам еще одна редкая. И мы всех питомцев забрали из этого яйца. Оно вообще нам больше не нужно, мне оно вообще ни разу не интересно. А вот сейчас должна выпасть 100%-ная рарка. Да, вот она выпала, это круто, это круто. Заходим сюда, выставляем топовых питомцев. Все хорошо. Убираем не топовых питомцев. Тут еще в чем прикол. А тут можно топовых питомцев брать, лочить. А второе, их можно еще делать шайны. Это, ребят, это еще вдвойне круче. Но в шайны они не считаются как в индексе, насколько я помню. Что такое? Я не знаю, что такое. Get. О, я что-то забрал. Я что-то сделал, что-то забрал, ладно. Так, оп, это сделал. Я хочу 30-ку. Я просто хочу 30-ку набить. Давай. Давай, 30-ку набивайся. Вот эта игра по мне. Вот это мое. Вот это классно. Вот это реально больше похоже, ребят, на пет-симулятор. Я не знаю почему. Эпик! С первого раза эпик поднял. Но, правда, шанс 10%. И за 12 раз мы возьмем еще одного эпика. Ну, так, понятно. Вот этого тоже уберем. Вот этого поставим. А, давай, delete петв. Вот как-то непонятно. Давай, кого deleted? Давай, deleted. А я могу всех, да? А, это он имеет в виду все... Все, понял. Тут мульти как-то прикольно очень сделано. То есть, я не могу... Могу вот так вот тыкать. Просто удалять кого хочу удалить, да? И вот так вот удаляю. Блин, нет. Нет. Как-то... А, вот, все, вспомнил. Либо вот так вот удаляю всех. А, это 11-го я тоже, да, его юзаю. Но он мне не нужен. Все, они мне вообще все не нужны. Либо всех, которых я не заблокировал. Вот и все. Это очень просто, это очень легко. Так, второе вскрываем. Камоночка. Она тоже, наверное, прикольная. Потому что она же в этом находится. Месте. Так, убираем. Ставим.
Места у меня много, дофигища, я бы сказал. Давай, погнали. Берем. Что-то я не понял, а что я, если еще возьму? Тренировать питомца. А, еще вспомнил, ребят. Еще и можно улучшать петов. Так, а улучшать как-то... А я не помню как-то. Как-то еще грейдить их можно. Нет, это шайна. Левел, вот левел как-то поднимать можно. А где этот тренер-то? Как бы это потренится? Все, я понял, это квестики тогда вот, да? Да-да, тренер Дик. Пет, тренинг. А как? Я забыл. Я реально забыл. Сейчас бы вспомнить. Буст. Нет. Шоп. Нет. По-по-по-по-по. Неужели туда? Ну, ладно, сейчас возьмем еще два. Реально не помню. Серьезно, не помню. О-о-о-о. А, погнали. Еще одного. Я уже бейджик какой-то даже получил. Где мое место? Так, там не мое. Там не... О, клан Тайка, вижу. Так, ладно, сейчас найдем. Сейчас что-нибудь найдем. Ой, нам вот такого питомца могут дать, да? За что? Стартовый квест. Так. Давай. Блин. А, они сами качаются. Господи, они сами тренируются, типа того. Пока я беру, они, короче, тренируются, я так понимаю, да? Я его что сделал-то? Творю, что хочу. Так, знаешь, что еще нужно? Нужно улучшить. Улучшил. Потому что кого-то не хватает мне тут. Вон, петух сейчас скоро улучшится. Где петух? Где петух? Я петуха потерял. Где-то тут же был. Это злобные какие-то. Они какие-то маленькие стали. Ну, они, может, такие были. Блин, зато игра не лагает вообще. А та предыдущая, она мне даже вот сейчас, если зайти... Вот, курочка, все, зашел. Что там у тебя? Там уже 5-й левел. Что за фигня? Почему она не делается? Pet Experience. Нифига себе сколько. А сколько я сделал? А может я сделал это? А, или может мне дадут через это время? Может быть это само мне дается? То есть если я сделаю это просто, и мне это просто типа делается, да? Дается? Сейчас посмотрим, сейчас проверим, как это вообще работает. Ладно, там они качаются теперь сами. То есть мы их не качаем. Это вдвойне круто. Так, давай тогда... Этот сколько у нас там? 17, это 27, ну понятно. Так, ладно. 60, а это сколько? Я отойти не могу. А чё у меня? Не хватает кольцов. А я не могу мышкой пользоваться. Ладно, давайте пооткрываем эти яйца. О, новенький. Это вот это, да? О, как красиво появился. Еще одна какая-то. Вот этот вот за 18%. Давай, нам еще 4 штуки, и мы еще одного эпика получим. Вообще, можно кого-то сделать шайны в данном ролике, я так думаю. Было бы прикольно. О! Все, и все яйцо заполучил. Ребят, все яйцо. Все, какое хотел яйцо, все. О, вторая. Давай, давай, давай. Прикольно, сейчас кого-нибудь сделать шайна. Светящийся. Все, эпик, эпик. Так. Да, вот смотри, сделался. Get, получил. Получил я сколько-то experience. Вот, я могу 2 штуки ставить. Все, я понял, да. Я на халяву получаю, короче, прикольные штуки. Это круто, это круто. Это вдвойне... А, мы еще мини-игры не смотрели с тобой. Так, так, так. Кого мы убираем? Мы убираем тебя. У них максимально все равно 20 левел. Они там не поднимутся ни в коем случае. Так, так, так. Так, так, так. Наверное, даже и тебя. Не знаю, правда, точно, не точно. Ой, у нас этого... У нас...
Да, вообще все замечательно. Прям вот как нужно было сделать. Четыре штуки вот этих, которых прям вообще не хватает чуть-чуть. Надо какую-нибудь одну комоночку. Два-три зайки. Блин, вот надо вот этих давать. Четыре штуки вот этих. Комонки, которые. Надо еще одну комоночку. Еще один эпик! Блин, это круто, это круто. Это другая комонка красная, он не нужен. Вот он не нужен. Давай посмотрим. Опять! Еще один зайка, раровский. Давай, давай. Нам сейчас нужно уже цель нашу это сделать. Это анкомонка. Блин, нам комонка не падает 35. Сделать одну одареночку. Вот она. Ну, можно какую-нибудь крутую, конечно, было бы сделать, но я просто что-то хочу на этом поэкспериментировать. Прям вот топовый будет. Где он? Вот он, да? Да, он дает. Блин, неплохо, неплохо. Так. Еще можно зайку. Нет, теперь можно. Слушай, знаешь, что надо сделать? Надо, да, всех удалить. Да. Всех прям удаляем. Все. А это уже прокачанный просто. Все, понял, понял, понял. Либо эпика, либо этого. Зайку хочу. Ну, эпика, блин, три штуки. Давай, давай, вытаскивайся. А сколько там надо было для этого? Для Либерта? 2,5 Б. Когда делаем ребёнка, кстати, питомцы не исчезают. Зайка! Зайка, это круто, это круто. Пятый зайка. Зайка сейчас топ. Сейчас зайка топ просто. Его больше нельзя сделать шайна. Он просто уже все как есть, так и есть. Как остается, так остается. Давай это. Не... А сколько стоит-то? Я просто не могу понять. У меня, видите, не отдаляется. А, вон написано 1 миллион сбоку. Я что-то туплю. Ладно. До 1 миллиона нам еще далеко. Далековато. Поэтому у нас есть смысл пока сейчас поубивать тут и заглянуть в мини-игры. Что они все-таки дают в этой игре. Вот эта игра. Вот это реально. Эпик! Класс, класс, класс. А он какой по счету? Четвертый. Блин, я думал, он пятый. Я думал, он пятый. Был бы пятый, было бы круто прям. Опа! Тоже надо сразу будет поставить. Ну ладно. Еще. Эпик. Вот этот зачет. Просто. Давай, делаем. Вот это он, добытчик. Блин, а раньше вообще, я помню, было из этих яиц выбивать тяжело. Вот когда вот эту штуку добавили, это просто, это была сказка. И причем там потом у топовых яиц там будет сначала эпик, потом лего через какое-то время. Ну, там, правда, очень много надо будет собирать, но все равно будет шанс получить на халяву того или иного пета себе. Ну, чё, у меня одни комонки-то падают, я бы сейчас сразу наставил даже. Ну, господи. Может, конечно, это... Ай, чуть-чуть не хватило. Ой, я могу. Я могу. Вот так вот могу. Вот так вот могу. Тут что-то я уже наделал. Молодец какой. И вот еще. А, нет, чуть-чуть не хватает. Да? Круто. Вообще столько всего. Ой, как приятно. Приятно опять получать этого эпика. Так. А чё мне не одетый-то? Такое бывает? А, кстати, любой пет может уже получиться одаренным. Он мне выпал уже сразу одаренным, ребят. Вы прикиньте, уже эпик одаренный выпал. Господи, такое бывает? Только у меня, наверное. Ладно, конечно же, шучу. У каждого такое, мне кажется, может получиться. Это очень круто. Так, ладно, давай, давай. Теперь ждем. У нас 1 миллион. Ждем. Тут что у нас? Мы уже тут еще что-то получили. Давай еще вот это получим. Что еще? А, давай, мини-игры пока посмотрим. Давай, поиграем. Что это такое надо? Кликать и спейсить. Или спейсить, либо кликать. Я спейсить буду. Что-то я не хочу кликать. Я нубас вот в этой игре.
Ай. Нет! Как дофига я заработал, но, честно, прикольно. Короче, у меня вот две попытки осталось. Давай тут попробуем, что такое. А, Д. Понял, понял. Давай, от чего уворачиваться? Что надо делать? Это надо собирать, да? Вот это изи. Это мне нравится. Сейчас, правда, ускоряться будет. Это типа гоночки на Тетрисе. Я насколько помню. Такие прям были. Ну там прям гоночки. А тут я прям собиратель. Ну прикольно. Я уже, знаете, что напоминает мне это? Кот Том. Там тоже куча мини-игр. Ну прикольно, прикольно, прикольно. Вот это я понимаю. Вот это новая игрушка. Давай. Уже так это время быстро... Нет. Нет, я помер. Ну ладно, 150 я получил. А, максимально я могу 150 забрать, короче, за вообще за все это. Прикольно, прикольно. А это мой рекорд показывает. Короче, сколько у меня рекорд. Я могу сколько вообще получать за мини-игру. За мини-игру максимум могу 150 получить. Так, давай, берем за 1 миллион. Первое наше яйцо и... Анкамонка. Но все равно неплохо. Неплохо, неплохо. О, два косаря дает. Господи, а я тут с этими бегал. А тут анкамонка два косаря дает. Ой, прям просто. Так, ежедневный какой-то тоже телек я выполнил. А, это стартовые квесты. Это прикольно. Это тоже, это хорошо. Чё у нас еще? О, у меня уже эти накопились. А, это за стартовый квест как раз дают, да? А что там еще? Там еще вот такого мне дадут. Complete all... А, все стартовые квесты. Надо build два объекта. Надо построить два объекта. А мне нету. У меня не открыто. Get closer, ranch to... Оу. Может быть, вот эти вот? Как объект. Да? Давай вот эту вот... Ой, давай вот эту южнем. 50. Его хотя бы не жалко? Нет, это не считается. Короче, мне нужно что-то делать, чтобы мне открылись... Вот эти вот постройки какие-то. Я так не понял, как они делают. Тут лего есть. Тут есть лего. Вот, видите, как я их показывал. Сначала эпик выпадает за 12 штучек. А потом за какое-то количество выпадает нам лего. Бесплатная. Бесплатная лего. Это круто, это круто. Это классно. Я прям счастлив, ребят. Я счастлив. Я счастлив, что наконец-то игру под меня сделали. Вторую. Была первая уже эта игра, но вторую игру мне сделали специально под меня. Спасибо вам, ранчевцы. Если ты играл, обязательно... если ты играл в Pet Ranch 1, обязательно ставь лайк. Ой. Я помню, я вообще одна из самых моих первых таких игр на Ютубе. Так. А у меня еще 5 минут будет это, X2 коинца. Так, что это такое? Реберт. А, 2Б, я вспомнил, да, я вспомнил. За реберта нам дают, короче, вот эти вот реберт токены. А реберт токены обычно отдельно какое-то яйцо. Вот оно, отдельное яйцо и есть. Вот это вот яйцо за реберт токена. За 10 ребертов. Ну там потом прям вот кучу ребертов наделаешь, потом миллионы прям у вас будет их. Поэтому пока не переживайте, что их там прям очень-очень тяжело. И там тоже такая фишка есть. Смотрите, видите, тоже и лего вычесть можно, и все. А раньше прям вот мучились с ними, я помню. Я вот прям помню. Лично я мучился. Автокликер подключал. Ой, нового какого-то дали. Вот это... вообще простого какого-то самого тухляка какого-то. Так. Эквип. Эквипик. Так, мы уже 16 тысяч в секунду разогнали, ребят. Это круто. Это реально классно. Кстати, если ты знаешь, где тут какие-то секретики, обязательно расскажи об этом в комментарии, потому что я прям вообще не шарю. Я прям вот открыл, потому что мне скинули, и я такой... А, да ну этого пчеловода, и все, и пошел. И пошел такой сюда, и все. И все, ребят. Это, ребят, ночь начинается. Только-только начинается. Ой. Ты еще такая музыка, она прям вообще... Она не напрягает. Она реально не напрягает. Так. Берем, забираем.
Прикольно. За сколько часов? 6 часов нам дадут. Офигеть. Нам дадут вот этого, как вот там, раньше коинца. Так, все, у нас накопилось. Эпик выпал, эпик выпал, эпик выпал. Это круто. Посмотрим, давай посмотрим, сколько вот сейчас это. Так, этого убираем. Давай эпика посмотрим. О, 3500 собирает, ребят. 3500 сразу как с куста. Ай. Да это можно даже улучшить. Даже и это улучшить, и это улучшить. И можно сейчас наставить столько петов, сколько захотим. Даже этого, 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 этого. И этого даже. Офигительно, просто классно, ребят. Это просто, это фантастика. Не знаю, не знаю, я прям радостный, довольный. Ладно, ребят, давайте я уже подфиналю, потому что я думаю, вам уже, наверное, скучно смотреть, как Колотайка тут радуется жизни, развивается в этой игре, а ты сам уже хочешь поиграться. Если что, ребят, в описании будет ссылочка на эту игру, но она сейчас по-любому в топе будет и как можно больше. И смотрите, как у меня поменялся индекс. И мне нравится, тут потом вот так вот листать можно будет, сколько вообще кто у тебя есть. То есть ты можешь индекс у другого человека посмотреть. Я, к примеру, я пойду сейчас... Ну, я к чему к нему идти? Вот, вот, давай к нему сходим, вот видите? У него уже там более-менее уже пета. Давай к нему сходим и посмотрим его индекс. И этим мы можем хвастаться, а не придется только делать скрины. Это мега клевая фишка, и она была, в принципе, и в пет раньше первым. Ой, смотри, как у него классно. Не, у него тоже прикольно все. Ну, у меня покруче, конечно, но у него прикольно, прикольно. Ну, а я надеюсь, что ты поддержишь этот ролик лайком. Ну, а с тобой был Клан Тайка. Не забывай писать комментарии. И всем пока-пока. Как же клево.